что мы сегодня снимаем? Мы снимаем эпизод, когда психолог общается с детьми и выясняет, кто же является героем детей. Нужно было 5 детей для ролика. И обратились в студию «Ералаш» челябинскую, которая помогла нам организовать кастинг. Мы сходили, посмотрели на детей лично, провели с ними занятия, отрепетировали, выбрали нужных детей. И пятерка самых главных звездочек в итоге попала в наш ролик. Вся идея ролика строится на неком творческом сломе, когда ожидания зрителя, которые складываются в ходе интервью с детьми, мы немножечко меняем, показывая то, что совершенно не обязательно быть супергероем для ребенка, чтобы прийти к идее создания приемной семьи. В прошлом году мы уже снимали аналогичный проект. Он вышел в конце декабря и набрал почти за 4 дня 100 тысяч просмотров. И наша задача в этом году не ударить в грязь лицом и превзойти прошлогодние показатели. Впереди еще сегодня 2 локации, 3 сцены. Одна из них — это тренажерный зал Fit-Studio, где мы снимаем одного из сильнейших людей на планете. Это Эльбрус Нигматуллин, известный стронгмен, публичный деятель. Сейчас мы находимся в офисе компании Napoleon IT. Это одна из самых динамично развивающихся компаний в Уральском регионе. Здесь снимаем одну из сцен. Это будет переговорная комната, несколько сотрудников, нашей героини. Заключительная локация на сегодня — это квартира, где героиня готовит себе ужин и также немножечко занимается любимым хобби, рисует картины маслом. Одна из сцен нашего ролика — это сцена с полицейским, когда один из детей рассказывает про супергероя, и все думают, что, наверное, это Бэтмен. Мы в тот момент показываем кадры с полицейским. Любезно предоставили патрульную машину, целый экипаж, чтобы мы могли эту сцену снять. Изначально идея ролика такова, что дети рисуют своих героев. Нашему художнику пришлось впасть в детство, да, и стать 6-летним ребенком, чтобы нарисовать такую картину. Но, как говорят дети, слишком хорошо нарисовано. Слишком хорошо.